Interceptions you'll hear in this video are very insightful, but firstly let's talk about my head. I've had a mini surgery recently, but all went great, so I'm fine, don't worry about it. And now, to not distract you further in this video, I will wear this hat, if you don't mind. Okay, now let's get back to interceptions. Right now you'll hear a recording with Russian who called Ukrainian hotline for advice. Voices are changed in this video for safety reasons, so let's listen to it. Я из России, город Москва. Я не получил повестки. Но уже попытки были мне вручить ее. Как у вас есть какой-то совет, как мне быть в данной ситуации? Я не буду убивать украинцев. Я не расист. Я не орк. Я адекватный человек, я прекрасно понимаю, что происходит. Я бы хотел просто сохранить свою жизнь. В любом случае, я не буду убивать украинцев. Первое, что вы сделаете, оформите заявку в нашем чат-боте, который так и называется «Хочу жить» бот в Телеграме. Вы, заполняя эту форму, как бы изъявляете желание, ну, то есть демонстрируете нам информацию о том, что вы не хотите воевать против Украины, и таким образом эта заявка будет в обработке в системе. Второе, если так сложится, что вас вдруг, как говорится, насильно мобилизируют, и вы окажетесь на территории Украины, то вам необходимо тоже как бы заранее подготовиться на все случаи жизни, иметь, так сказать, в резерве кнопочный телефон, спрятать его, чтобы у вас была возможность позвонить, когда вы будете, ну, грубо говоря, на передовой. Я гражданский человек, я служил такую срочную службу очень-очень много лет назад. Я против убийств украинцев, я против геноцида, я хочу стать гражданином Украины. Я хочу отказаться от своего гражданства. Я хочу стать украинцем. Я хочу, чтобы это все скорее прекратилось. И как я могу это сделать, не попадая в эту фашистскую структуру? Even though the voice of this Russian man was changed, it's literally the best Russian I've ever heard. The next interception is quite interesting as well, because you'll hear a field commander talking to someone in Russia who's responsible for sending mobilized Russians to Ukraine. Let's listen to it. Что там, готовитесь еще? Да-да. Что, блин, когда ждать-то? Ну что? После 15 ноября приедет 4-й батальон. А, ну все, в атаку пойдем сразу, да? Там просто. Ты говоришь? Наш самый хуй солдат, наш самый хуй солдат, их сам пи***. Понятно. Там такой сброд, это пи***. Ну, здесь тоже, блядь, не самый лучший контингент давали, но сейчас растут, развиваются, блядь. Жизнь заставляет. Ну, первый, блядь, ладно. Месяц вообще тяжело с ними, а потом ничего, блядь, мозги включаются быстро. Понимать, что нельзя тупить. Пять человек в прошлое время отправили к вам туда сразу. Да? Ну все, ждем. Вот это в районе. Пять человек отправили. Следующий партию алкашей там отправили. Давайте, мы любим алкашей. Здесь все равно достать тяжело. Я сам алкаш. Привел всех как родных. Да. Сам засуду, где там не то, что водки, там воды найдут они. Будут, как говорится, партизаны жить. Please don't forget to subscribe, to leave a like and comment below this video. It helps a lot. Thanks so much for your attention. Also check my other video if you haven't seen it yet. I'll see you soon, hopefully, and goodbye to y'all.